Всем привет, дорогие друзья, с вами Ирина. Сегодня я буду, скорее всего, закадровым голосом. Или вообще мы с вами посмотрим на природу через музыкальное сопровождение. Сегодня у нас последний теплый день. Я надеюсь, что я увижу каких-нибудь интересных птичек. И, кстати, только что мимо меня пролетали то ли синички, то ли щеглы, какие-то пестрые интересные птички. Но они такие шустрые, и они прятались в кустах, что я не смогла, не успела на них навестись. А на днях я вообще видела зеленого дятла, но камеры у меня не было. Посмотрим, может быть, сегодня будет какое-нибудь чудо. Помните, я говорила, что вот эту дорожку, похоже, кто-то подметает. Вот есть доказательство, что это действительно так. Но странно, кому это вообще было нужно и почему только часть дорожки, а не вся тропинка, например. Льда на озере тоже уже несколько дней как нет. У нас вообще эти денечки стоят, очень теплая погода. Плюс 11, а то и больше. Дни стояли очень теплые, солнечные. Сегодня поднялся ветер и уже чувствуется приближение холодов. Никого нет, даже уток сегодня, все прячутся. В хорошую погоду птицы спускаются очень низко к деревьях, что-то там колупают. Сейчас их слышно, но не видно абсолютно ни дятлов, ни синичек, ни поползней. Пошла Ирина на фотоохоту, называется. Слово про тепло, смотрите, на деревьях, на многих деревьях проклюнулись почки. И это конец октября, практически уже ноябрь. Вот такая вот чудная природа. Погода ее обманывает, а деревья потом страдают.
Вот здесь хорошо видно, как верба набухает, но подойти близко я не могу из-за воды. Я надеюсь, вам будет видно. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Вот такая вот пустая прогулка получилась, что еще раз доказывает, что каждый день лес, он разный. То он живой, то он молчаливый, то он разговорчивый, то открытый, то закрытый. Увидимся, друзья. Пока-пока.